Здравствуйте, с вами Анатолий Тучков. Краснодарский поэт Николай Седов убежден, что с раннего детства человек делает первые шаги к мудрости постижения себя. Послушайте его стихи. «Где ты, море розовое, камешки зеленые, выклевало время вас, словно зерна проса, хлопают в ладоши листья красных кленов, и прибой раздумчиво задает вопросы, спрашивает, где теперь города изумрудов, и куда так быстро время утекло? Камешки зеленые растеряли люди, вместо них по берегу битое стекло. Берегите память детства. Берегите нашу красавицу Кубань. Кстати, 15 августа вода в нашей реке плюс 21 градус. Город встретит утро долгожданным дождем. Температура воздуха 21-26, тепла. Днем 26-29, дождь продолжится. К вечеру дождь скажет «довольно» и прекратится. 24-28. Ночью станет чуток прохладнее. Будет малооблачно 20-22 градуса. В приморском городе Туапсе вода прогрелась до 27. Утром температура воздуха 25-27 градусов и пройдет небольшой дождь. Такой дождик будет до позднего вечера, то капать с неба, словно напоминая о себе, то затихать. Температура днем 28-29 градусов, вечером термометр покажет 26-29, ночью 24-25 градусов. Накрапывает дождь, сквозь облака на небосклоне проступают яркие звезды. Самое время читать стихи. Бессмертно щедр полуночный засев, вся гладь лимана звездами полна, и в зеркало уснувших карасей поглядывает царственно луна. Переплывает лодка Млечный Путь, я штурманом и капитаном в ней, но сколько жив, все не могу смекнуть, кто все же правит лодкою моей. Стихи Николая Седова, а спонсор программы – строительная компания «Стройэлектросевкомонтаж». Отличные квартиры с ремонтом покупай, заезжай и живи. Телекомпания «Краснодар» и я, Анатолий Тучков, желаем вам хорошего настроения в этот день.